В Москве на Красной площади возле ГУМа состоялось торжественное открытие 16-го сезона катания на коньках. На центральном катке страны выступили знаменитые фигуристы. Они показали отрывок из ледового шоу «Лебединое озеро». Первых гостей ГУМ-каток примет уже сегодня, 29 ноября. В этом году он работает ежедневно с 9 утра до 11 часов вечера. Первые 4 утренних сеанса в будние дни бесплатные. В другое время на детские билеты действует скидка 50%. Одновременно на катке может присутствовать до 450 человек. Приобрести билеты можно на сайте катка или в автоматах на входе. Кататься можно на своих коньках. Открыт прокат. Для детей, которые неуверенно стоят на льду, доступна аренда защиты, шлема, а также есть игрушки и помощник фигуриста. Каждую субботу на ГУМ-катке чемпион мира по хоккею Алексей Яшин будет проводить бесплатные мастер-классы. Спортсмен поделится профессиональными секретами и покажет коронные приемы. Записываться на мастер-класс нужно заранее на сайте ГУМ-катка. С понедельника заработала и ежегодная ГУМ-ярмарка. На ней можно попробовать угощения русской и зарубежной кухни, а также приобрести сувениры.